должно быть много, на собственном примере доказывают и показывают российские модели. Правда, пока естественную красоту девушек оценила преимущественно западная публика. В Москве на показе одежды плюс сайз побывала Светлана Заболева. Показ коллекции одежды уже будущей зимы. Мотивы дягилевских сезонов, классические линии, женственные силуэты. Одно из главных платьев из кружева шантильи, расшитого камнями. Размер необычный для дефиле 52-54. Модель Катя Жаркова. Вообще, я не стесняюсь их сказать. 105, наверное, 82-115. Серьезно, объем у меня. И рост у меня 178 сантиметров. Все подтянуто, все такое. Одна мышца. От природы пышные формы Катя давно заставила работать на себя. Они приносят ей славу и, наконец-то, приличный ежемесячный доход. Правда, не в Москве, в Нью-Йорке. В России, говорит Катя толстушкам, о серьезном модельном бизнесе можно забыть. В Америке же у нее сотни успешных конкуренток. Толпами стоят красотки с обложками Vogue в портфолио. А сегодня нужна другая. И это не объяснить, какая она должна быть именно сегодня. Это просто удача. Эти снимки в американском глянцевом журнале для полных дам буквально взорвали мир моды. Модели разделась, чтобы доказать, любить себя нужно в любом теле. Идею этой антианорексичной фотосессии Катя вынашивала 15 лет. Ей уже 30. Многие мои, в общем-то, знакомые, которые там вместе переехали со мной в Америку, они стандартные модели, по неделям могут не есть. Вот мне кажется, это нездорово и неправильно. Поэтому моя задача была, как человека здравомыслящего, как человека активного, лидера, скажем так, хорошего продюсера, ведущий, в общем-то, на российском телевидении, сделать все, чтобы это остановить. И я думаю, что теперь я не могу изменить модельный мир, но я точно добавила в него что-то свое. Свое пытаются добавить и дизайнеры, запускающие линия одежды для полных. Это неохваченное поле. У нас в России большое количество женщин 52 размера, 50 размера, 48 размера и больше даже, которые готовы на себе носить модные вещи. Это очень важно. Они готовы, но выбор модных и стильных вещей больших размеров в магазинах невелик. Катя рассказывает, что в Москве ей приходилось покупать себе мужские джинсы. Линии одежды для полных дизайнеры запускают неохотно, но говорят, что это лишь вопрос времени. Полные девушки на подиуме и в глянце в России. Пока эксперимент. У Кати на все недели моды лишь два показа. Однако дизайнеры уверяют, лет через 5 или 10 мода полностью откроется для модели плюс сайз, а значит и для всех женщин с более земными объемами, чем 90-60-90. Светлана Заболева, Николай Данилов и Владимир Пшивалкин. Москва, 24.